Морально нищие люди. Кто они? Это люди, которые могут потратить свои последние деньги на премиум или люксовый бренд. Это люди, которые надевают на себя все самое нарядное в шкафу, идут в обычное кафе и смотрят с надменным взглядом на обычных простых людей, которые просто пришли покушать. Это люди, которые всегда только и говорят о деньгах, которых у них даже нет, или врут о своих доходах.